Ну и что мне здесь делать? Вот меня выкинули в море. Максим. Так, чувак, я на твои приколы опять не поведусь. Иди-ка ты в баню, а. Все, это был пранк, Полин. Пранк? Это был пранк? Да, давай быстрее, на палубу. Ага, очень смешно, чувак. Это было так смешно. А ты что поверила, Полин? Я здесь плаваю уже около 2 часов. Почему ты раньше не мог вернуться? Давай садись быстрее. Я к тебе не сяду. Все, давай мириться, давай быстро. У тебя выбора нет, Может Полин. Быть, ты уберешь оружие, и тогда мы помиримся? Да, все, давай. А я к тебе не полезу. Иди ты в баню. Давай. Не-не-не, все, наше приключение окончено. А, ты так и будешь здесь плавать? Полин, давай, все, прости. Ладно. Ладно, хорошо. А я тебе все верну, тогда что у тебя забрали? У меня забрали деньги, одежду и все, что у меня было. Так тебе и надо, это за то, что ты ко мне так относилась, плохо, понятно? Бро, я позже. Ты не забыл про это? Ай, ладно, все, давай позже. Если я играю женским скином, это не означает то, что надо мной можно угорать. Я не угораю над тобой, девочка. А че, куда вообще едем, блин? Но у меня есть одна очень классная идея. Я хотел бы навеститься к своему другу. Ого, у нас катер горит, ты че? Максим? Максим, я не чувствую своих рук. Максим, я отрубаюсь, Максим. Я теряю сознание. А, нет, нет, все. Я вроде пришел в себя. Все окей. Все? Что ты сделал с лодкой, а? Ты что-то задела там? Я ничего не трогал. Еще. Не трогала, ты девочка. Все, поплыли. Бро, я ничего не трогал, и еще раз назовешь меня девочкой, я тебя пристрелю. Ладно, поехали, позже. Поплыли. А как же лодка? Мы ее здесь оставим? Она уже все, она сломалась. Максим, у меня есть классная идея. Плыви за мной. Мы сейчас наведаемся к моему другу. Он работает в полицейском участке. Я должен забрать у него свой долг. Я знаю, ты меня посадить хочешь, да, Полин? Нет, нет, не собираюсь, ни в коем случае. Обещаешь? Да честное слово. Честное-честное? Честное-причестное слово. Честное мужское слово или девчачье слово? И то, и другое. Давай запрыгивай, дать тебе руку, коротышка. Подай руку. На, держи. А, ну хватайся ты уже. Да не могу я маленький. Ну, раз не можешь, тогда оставайся здесь плавать. Чё, куда тебя? Максим, тебе не кажется немного странным, что одну серию назад... Прости, один день назад... Чё за серия? Ты меня выбросил в море, ограбил, а сейчас мы вместе идем куда-то. Чё за серия? Да, я говорю про серию... серию сериала. Чё за сериал? Ну, сериал, в котором ты участвуешь. А где мои гонорары тогда? В шоу Трумана не платят гонорары. Куда тебе везти, ты девка-чёлка? Зови машину, вызывай такси, я не знаю, спавни что-нибудь. Но вроде неплохо. Кстати, эту тачку я видел у клоунов. Едь в любой полицейский участок. Он в любом полицейском участке работает, мой друг. Как так получается, что он в любом работает? А если я сейчас приеду в другой город, он там тоже будет? Да, он там тоже будет. Что это было? Ты по-прежнему не научился водить? Да я не вижу ничего, я маленький. Трансформируйся в кабана, у тебя это хорошо получается. Ну и все, приехали. Приехали опять? Ты опять сломал машину? У меня еще есть машина Джокера, Полин. А, которого ты убил, да? Да. Единственного друга. Ты его убил и забрал его машину. Ага, хотели меня убить, а в итоге сами получили. А, знаешь, я уже ничему не удивляюсь. Просто вези меня до полицейского участка. И не задавай лишних вопросов, пока я тебя не убил прямо сейчас. Я могу свернуть руль в сторону, и тебе конец. Ага, конечно. Тогда ты тоже разобьешься, дурочка. Я пристегнулся. Ай, ремень всегда спасает. Чё, Полин, гулять сегодня будем с тобой? Нет, нет, это навряд ли. Почему? Максим, как только ты меня довезешь до полицейского участка, мы с тобой больше не будем общаться. Максим, больше с тобой не общаемся. Мы же ему команда. Максим, ты сумасшедший, ты это понимаешь? Да, я знаю. Меня в этом городе все знают, все говорят, что я сумасшедший, что я классный. Потому что я Максим Отковский, меня все в этом городе любят и все. Ай, чё меня бьёшь, а? Больше ко мне не подходи. Ты со мной сидишь. Едь до полицейского участка. Хочешь песню спою, Полин? Нет, спасибо. Поззи, не Полина, а Поззи. От улыбки станет 70 лей. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. И тогда та-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 
друг, мы приехали туда, куда нужно. Чё, мне тебя тут ждать? Да, сиди тут, жди меня здесь. Эй, псс, 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 проведи меня внутрь. Давай быстрее.
Извините. Да, здравия желаю. В общем, у меня проблемы. Что у вас произошло? Сейчас снаружи припаркована фиолетовая машина. В этой машине сидит самый ужасный и безумный человек на планете, Максим Ватковский. Этот человек убил кучу людей прямо на моих глазах. Он убил моего друга и украл у него машину. Он устраивал угон машин, он убивал людей с пулеметов, и я хочу, чтобы вы его прямо сейчас арестовали. Конечно, девушка, незамедлительно. Он в машине, если что. Просто подойдите хорошо, и представьтесь моим другом. Хорошо. Не надо? Нет. А, нет. Быстрей! Быстрей! Это он? Блин, все, поехали! Да-да-да, это этот школьник. Здравствуйте. Хватайте его! Блин, поехали! Хватайте его! В смысле? В смысле, хватайте! Ха, Максим! Как тебе такой пранк? Здравствуйте. За решетку его, в обезьянник. Первые ЛВА вообще офигели, машины бьют. Ну что, Максим, как тебе такой пранк? Чё это за подстава такая? Максим, стойте. Это пранк, как ты говоришь. Как тебе, весело, смешно, да? Можно кого-нибудь из вас? Чё ты сделал? Ты я тебя сдаю в тюрягу. Сейчас разберемся. Чё это за пранки такие дурацкие? Эй, ты полицейский, отпусти меня, я тебя сейчас в жопу засуну этот мини... Да ничего ты никому не засунешь. Сейчас тебе засунут. Мыло пороняешь немного. Ты не переживай. Ты что, офигела, Полин? Отпустите. Это вообще не гражданочка, это граждан. Это приодетый парень, это вообще поси. Нет. Это он вообще все снимает и записывает, а потом нет. Вас в интернет выложит. Он вообще предатель. Я же говорил, он сумасшедший. Я думала, что мы с ним друзья. Я он несет какой-то бред, не слушайте его. Он сумасшедший. Это ты сумасшедший, слышишь, ты поси. Это действительно... Ваш преступник? Да, да, этот шкет полукабан. Он трансформируется в кабана. Смысле полукабан? Я человек, что ты несешь ты? Это кабан, не верьте ему. Все кабаны врут. Какой кабан, я человек? Давайте-ка разберемся в этой ситуации. Итак, гражданочка, расскажите, что смотрите, произошло. Смотрите, этот человек убил на моих глазах сотни людей с пулемета. Чё ты врёшь, а? Чё она врёт, товарищ полицейский? Не слушайте его. У него есть пулемет, проверьте его карманы. У меня нету пулемета. Я почему-то не вижу на нем карманов. Может, он спрятал его в подгузник? Да-да-да, в нету памперсах. Нету у меня пулемёта. Именно в памперсах. Да нету там ничего, слышь ты! Эй, ты чё дерёшься? Ты чё, офигел, что ли? А чё? Давайте, давайте ещё шокером его. Ну все, с тебя достаточно. В общем, отправляйте его за решетку. Он только что я ваших сотрудников зачем пытался убить. Зачем решетку отправлять, а? Товарищ полицейский, это вообще не девочка, это парень. Он всех обманывает в этом городе. Вообще, предатель. Он несет какой-то бред. А, все да что ты дерешься? Ты что, офигел, что ли? Соблюдайте меры предосторожности, гражданочка, в следующий так, раз. Так, я, пожалуй, выйду. Гражданочка, слышь ты, гражданочка, а как тебе такое позе? Ты как? Ничего, сейчас посидишь, образумишься. Придешь к себе. Надоел мне этот цирк. Отправьте его сейчас в психушку. Тебя в КПЗ, и там подумаешь над твоим поведением. Вот-вот, он сходит с ума. Значит, под всякими препаратами еще находится. Ну, все понятно. Вот сюда его, в эту камеру. Я кабан! Я кабан! Выпи! О чем я вам и говорил. Ну, все с ним понятно, сейчас посидит, подумает. Не-не-не-не-не! Стреляйте по нему! Ну не получится у тебя. Я все понял. Сейчас с ним разберемся. Опа! За решеточкой. Ну так, что? Так, так. Как тебе здесь? Нравится? Теперь будешь думать над своим поведением. Вон посиди с тем наркоманом. Посидишь, подумаешь. Убраться в камере. Убраться в камере, сказал. Офицер, оставите нас наедине, пожалуйста. На одну минуту. Ну, если только на минуту. Эй-эй-эй-эй-эй! Руки свои не распускай! Тихо. Ну что, Максим, как тебе такой пранк? Тебе нравится? Тебе нравится такой пранк? Максим, что же ты молчишь? Слова потерял? Забыл, как разговаривать, да, Максим? Ты не можешь тут говорить? О, как жаль. Ну что, Максим, увидимся с тобой через пару лет на свободе. Если ты, конечно, сможешь вообще отсюда выбраться. О, ты еще пытаешься мне угрожать? Ну давай, 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 попробуй меня ударь. Давай, давай, дотянись до меня. Упс, не получается, да? Ну, я думаю, что вы с этим наркоманом найдете общий язык. Ладно, Максим, давай, бывай, увидимся с тобой. Пока, Максим. Это был классный пранк. Алиби-берчи! И тогда Полина Хлебобулка поняла, что жизнь продолжается. Осталось только вернуть деньги и все имущество. Я так понимаю, все? Да, спасибо. Да, пожалуйста, обращайтесь. Удачи, офицер. До свидания. Хорошей службы вам. Что? Джокер? Ты...
Да ладно! Моя бывшая девушка, которая подставила нет! меня, да, это нет! ты? Это нет! Ты, да? Иди сюда! Ну что ж, бро, на этом мой ролик подходит к концу. Если вы хотите быстрее увидеть продолжение, то обязательно ставьте свои лайкосы. Напомню вам, что я снимал на проекте NextRP на восточном сервере. Если что, ссылочка будет в описании, а также мой бонус-код, который даст вам приятные бонусы при старте. Увидимся с вами в следующих видео. Adios. Playtime.